кажется, эволюция — это необходимый элемент выживания для любой индустрии. Ты обязан постоянно совершенствовать свой вкус, технику, форму. И не так важно, чем ты занимаешься, ведь абсолютно все, оно просто умирает, если стоит на месте. Ну, уже какое-то время я работаю в Bartender Brothers в качестве продакшн-менеджера. И первое, что я помню, когда мы приехали на подготовку в Санкт-Петербург, нам надо было обойти какое-то количество мест. И тогда я увидел, что барная индустрия намного глубже, чем мне казалось раньше. Целый огромный мир, где каждый постоянно меняется, смешивает, создает что-то свое. И это касается всего, что ты делаешь. Дизайн, музыка или микс спиртных напитков. Еще в 2016-м мы увидели, что в индустрии появляется много новых и интересных проектов. И чтобы дать этому выход в мир, мы решили создать первую премию с уникальным сообществом, где специалисты сами смогут оценивать специалистов. Среди каждого участника сможет поощрить того участника, который сделал индустрию чуть лучше. Сюда сейчас приехало множество уникальных баров, бартендеров, стартендеров. Раз в год они все собираются на церемонии, в основном, я думаю, не ради результатов, которые можно посмотреть в интернете, а чтобы повидаться и хорошо провести время. Эта премия и в особенности ее система дали возможность каждому из нас делиться опытом, узнавать друг о друге, оценивать друг друга и, на мой взгляд, делать индустрию только лучше. Я думаю, что хороших баров станет больше, потому что видно, что все эти люди, они очень любят то, что они делают, и это для них ремесло, без которого они не могут жить. И на самом деле это круто, что к такому подходу может прийти целая индустрия.